Большинство людей вообще не слышало об этом необычном моллюске. Он обитает в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах на глубинах от 1 до 5 километров. Кальмары магнапина – невероятно интересные создания. В род магнапина включают около 5 видов. Название магнапина на латыни означает «большой плавник». Именно большой плавник и является одной из особенностей этих необычных кальмаров. Другая удивительная особенность – это щупальца, которые могут достигать длину более 8 метров, а это в 15-20 раз превосходит длину их тела. Хотя магнапины – это кальмары, но их руки совершенно нетипичны для обычных кальмаров. Ведь у большинства кальмаров имеется 8 одинаковых рук и 2 щупальца. Щупальца же могут очень сильно отличаться от рук. Однако все 10 рук магнапина одинаковой длины. Они заканчиваются странными нитевидными отростками, которые называются филаментами. А обычные для головоногих моллюсков присоски располагаются только на более толстых основаниях рук, а нитевидные окончания совершенно гладкие. Кальмары магнапина мало изучены. Об их образе жизни есть лишь некоторые факты и кое-какие догадки. Но исследователи океанских глубин прилагают очень много усилий, чтобы узнать как можно больше об этих загадочных существах. Возможно, когда-нибудь мы будем знать о них намного больше, чем сейчас.